Челябинского подростка прокатили на общественном транспорте за тройную оплату. Парень ехал из колледжа в загородный поселок. Проезд оплачивал по безналу, но карту к терминалу прикладывал водитель. Ну, как обычно, зашел в маршрутку, подал карту. Он сказал, то, что не дотягиваюсь, дай мне карту, я и оплачу. За спиной взял, оплатил 3 раза. Уведомления о списаниях пришли не сразу. Только через полчаса подросток заметил, что вместо 33 рублей списали 99. Это не единственный случай, когда пассажиров разводили на деньги. По словам жителей поселка, с таким сталкивается каждый второй челябинец, который ездит на маршрутках 136К и 158К. Чаще всего это дети, потому что взрослые не передают свои карты в чужие руки. С колледжа ехал, было на карте 100 рублей. С него списали 99. Если бы он ехал в колледж, и у него бы списали эти 99 рублей, то на обратный путь у него бы денег не было. И, возможно, ну, всякая ситуация возможна, что я могла бы быть не на связи, чтобы ему кинуть там денег. Налички нету. И просто ребенок бы шел пешком с вокзала до Белого хутора. Водители автобусов объясняют, оплата списывается несколько раз, если неправильно прикладывать карту. Поэтому они и делают это самостоятельно. Если вдруг такое произошло, они тут же возвращают наличными. Но не всем, только тем, кто попросит. Это же получается по их ошибке. Там прикладывают 2 раза, это же со своего кармана же не буду же отдавать им. Если вдруг спросят, настаиваться, да, я, ладно, возвращаю. Что мне с ними спорить-то? Лучше от греха подальше, как сказать. После этой ситуации пострадавшие обратились в Минтранс. Чиновники пообещали отреагировать, если наберут нужное количество жалоб. Диана Пуцунтян, Андрей Грищук, 31 канал.